Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на CSFail. У меня на балике 500 бачей. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 100 баксов. И давайте сейчас со старта, наверное, поставим 30 долларов на красное. Не знаю почему, потому что тут, в принципе, два раза было красное, два раза не красное. То есть нету какого-то преобладающего цвета и не надо ставить на противоположный. Но просто кажется, что надо ставить на красный. Я, к сожалению, не прав. Хорошо, давайте удвоим, поставим 60 бачей на красное, чтобы отбить предыдущий проигрыш и уйти в плюс на 30 долларов. Давай, 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 ну ты опять выдаешь черное, ну что это такое? Начало видоса рисковое, еще раз удваиваем, чтобы отбить все предыдущие проигрыши и уйти в плюс на 30 долларов. Надеюсь, нам повезет и нам выпадет красное. Давай, давай, пожалуйста, дай красное, дай красное, дай красное, дай красное, дай красное, дай красное, дай красное. Слава тебе, господи, нам красное падает. Мы делаем плюс 30 бачей со старта видоса, а именно уже, считай, плюс 3000 рублей, если переводить в рубли. И мне кажется, начало видоса максимально уверенное. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFail, вы можете при пополнении ввести промкод NICLUD и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, скиваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1300, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще у них есть ивент, битва сторон, вы можете выбрать КТ или Т сторону. Выбрали сторону, выполняйте задание. За эти задания получайте монетки, на эти монетки снизу открывайте кейсы. Я вот с этого последнего кейса уже выбил где-то около 1700-1800 баксов на халяву 100%. Вот этот кейсик он очень хорошо выдает. Но до него идти долго, надо собрать целых 950 монет. Еще у них есть карточки. За каждый 1 цент депозита вам дают 1 CSFail coin, и вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Выглядит это так: нажимаете играть, у вас тасуются между собой карточки, вы выбираете одну случайную и лутаете скинчик. Ладно, полетели, посмотрим, какие у нас есть миссии. Я одну миссию выполнял в прошлом ролике, я просто записываю этот видос через 2 часа после того ролика на следующий день. Тут у нас есть выиграть 3 игры подряд в колесе по одной ставке на 5x с ней. Это тяжеловато. Выиграть в колесе одной ставкой 3x 15 долларов. Вот это задание можно попробовать выполнить. Так, 15 долларов будем ставить там ровно. Надо 15 или как? А, от 15 долларов. Давайте поставим 16, чтобы отбить комиссию. На 3x ставит. На 3x ставим, получается, прилетели. Давай, надо 16 долларов, можно? Найс, 3x нападает. Отлично, мы выполняем задание и поднимаем. Плюс, получается, 32 доллара к балансу сверху. Красота, просто красота. Так, у нас 290 монет. Давайте откроем вот этот кейсик посередине. Может быть, с него что-нибудь хорошее упадет. Я этот кейс открывал, когда у меня была... Найс, 10 бачей, отлично. А когда у меня была рубрика, где я поднимался с 10 долларов до 200-300. Мы, кстати, до сих пор этот балик разгоняем с 10 долларов. Я просто напоминаю, с 10 долларов мы уже сделали 57 тысяч, мать его, рублей. Ну просто чтобы вы помнили. А, ладно, давайте сейчас колесо попробуем сейчас поставить 33 доллара на 3x и 33 доллара на 5x. В прошлом ролике меня эта стратегия немножко подвела, я по ней очень много слил, но если брать мои роликов 50 последних, я в принципе в 49 из них хорошо поднимался. Нам падает 5x, и мы опять по этой стратегии хорошо поднимаемся. Я говорю, в прошлом ролике была просто осечка. Обычно эта стратегия меня никогда не подводит. Мы уже делаем плюс 171 доллар к балансу за видос. И пока, ну вот, я надеюсь, поднимем сегодня, ну вот, бачи 300, чтобы у нас на балике было 800 долларов. Это вот прям будет самое идеальное. А сейчас я хочу сделать ставочку также 30 бачей на 3x и 30 бачей на 5x. В идеале ловить еще раз 5x, но это я уже буду самым богатым человеком на CSFail, мне кажется. Кстати, есть шанс, падает 3x. Меня тоже все устраивает, на балике 701 доллар. Мы продолжаем играть по этой стратегии, потому что пока мы окупаемся, ничего менять лучше не надо. Давай, 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 надо 5x, надо 5x, надо 5x. Надо 5x, 5x не падает, но нормально, нормально, один раз можно проиграть. Давайте сейчас 40 бачей поставим на 3x и на 5x. Если проигрываем, то уходим с этого режима. Я не хочу еще больше в нем просирать, честно вам скажу. Потому что тут надо все-таки уметь останавливаться. Давай, 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 давай. Ну, кстати, как будто 5x, как будто 5x. Вот ты, сука, между двумя 5x дал 20x. Ладно, ладно, 61 доллар на черное полетели. Да, бля. Ой, родной, пожалуйста, выдай мне черное. Я знаю, я дебил, такие ставки нельзя делать, но я уже сделал. Найс, на черное падает, отлично. На балике 622 доллара, и я сейчас хочу залететь в дефьюз и попробовать с 10 долларов поймать 10x. Это вот так вот получается, полетели 3 игры. Мы первую выигрываем. У нас на балике 720 бачей. Мы с первой ставочки выигрываем 10x в дефьюзе. Ну что это за чудо? Что сегодня происходит? Ну как будто после этого еще можно залететь в минер. Также 10 бачей, давайте 5 бомб и по нашей стратегии. Вот так вот идем. Проиграл. Ну давай, я первый ряд хочу пробить. Вот так вот, 33 доллара, отлично. Ну на самом деле, плюс 3 доллара, ни о чем. Надо еще разочек. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Найс, 33 доллара, но мы в минусе. Да ну. Зря я это делаю, ну ладно.
Ну, блядь, зря. Еще разочек. Да ну пожалуйста! Да как... $576, зачем я это делаю? 76, я не знаю, что происходит, но я в моменте просто вот теряю голову и начинаю делать такие ставки. Ладно, может дабл меня еще раз засейвит? Пожалуйста, пожалуйста. Бля, он черный выдает. Сори, пацаны, я говорю, я начинаю понемногу терять голову. И сейчас, если выиграем ставку, на этом заканчиваем ролик. Если сейчас 200 бачей выиграем, реально все заканчиваем. Я дальше буду делать только хуже. Лучше уже остановиться. Пожалуйста, пожалуйста, родной, дай красный. Я тебя прошу, 20 тысяч рублей ставка. Одна ставка, 20 тысяч рублей. Нам красная падает, слава тебе, господи. Все, 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 $700. Мы сегодня подняли плюс 200 бачей к балансу. На этом лучше будем заканчивать. Потому что вы видите, что происходит. Я дальше буду делать только хуже. Когда я начинаю делать такие ставки, лучше остановиться. Реально, лучше уже останавливаться. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсвейле, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУТ и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика, я считаю, за такой ролик 100% можно. Чего стоила только последняя ставка, 20 тысяч рублей на один цвет. Но мне кажется, за это по-любому можно и лайк, и подписку, и комментарий оформить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.